Чтобы дети были сыты и родители спокойны. Подготовка к реализации пилотного проекта Министерства образования по организации школьного питания началась еще на зимних каникулах. Было проведено анкетирование ребят и их родителей, чтобы изучить вкусовые предпочтения. На основании их комбинат общественного питания разработал технологические карты новых блюд, провел их дегустацию, и уже с началом новой четверти началась практическая реализация проекта. Все меняется в процессе, в том числе и блюда, подходы и так далее. Да, есть и некоторые моменты, которые мы видим, что надо исправлять и по времени, и по разработке новых технологических карт, соответственно, и блюд в меню. Они будут, если не востребованы в определенной части, то есть, как мы говорим, будут образовываться значительное количество отходов, конечно же, они будут оперативно меняться. В Брестской области пилотный проект по организации школьного питания реализуется в трех учреждениях образования. Средняя школа номер один Бреста в их числе. Здесь уже вторую неделю школьники пробуют новое блюдо, и они же дают им оценку. Все новые блюда, которые предлагались, они понравились, за исключением одного из салатов, которые мы сняли с этого меню. Увеличилось количество детей, питающихся за родительские деньги. Это тоже плюс. Ну и да, приходилось некоторые блюда по ходу менять. Школа номер один – одна из крупнейших в области. Около 2000 детей обучаются здесь в две смены. Более 80% получают двухразовое питание – обед и полдник. Угодить каждому задача не из легких. Сегодня на полдник – гречка, куриный шашлык и компот. В столовой громко звенят ложки, а тарелки почти пустые. Это очень вкусно – шашлык и гречку. Мне очень понравился шашлык. Мне тоже очень понравился он. Очень-очень вкусный. Услышать такие оценки детей – это огромная работа, как государства, так и самих школ. В новом меню из 61 блюда 31 – это новые блюда, как называемых фирменные блюда. Вот, идет апробация. Мы ежедневно собираем мнение по поводу понравилось, не понравилось. Организация работы всего персонала, в том числе педагогов, именно для того, чтобы прием пищи он проходил организованно. Пилотный проект продлится до мая. В процессе будут обсуждаться положительные и отрицательные моменты, чтобы уже начиная с нового учебного года внедрить во всех учреждениях образования оптимальную и качественную модель организации школьного питания. Валерия Гальперина, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».